подожду, пока настанут имена, когда вырву кусок мяса, и это криминал. Имена Перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитмэньяк. Приветствую всех, кто смотрит данный видеоролик. Я Хитмэньяк, и в этом видеоролике я расскажу вам, где и как скачать игру «Командуй, покоряй, генералы. Война в Ираке». По-другому она называется «Command and Conquer. Iraq War». Ну что ж, начнем установить лицензионное соглашение о том, что вы устанавливаете не лицензию ни хрена. Вот прикол будет, если сейчас 1000 вирусов установится. Я же до этого вообще без антивируса устанавливал. Запускается установщик. Нажимаете далее. Устанавливаете, куда вам нужно это установить. Games. Так, надеюсь, Death Games и Iraq War. Ага. Создайте комп на рабочем столе обязательно. Устанавливается Всещадие Ада. Довольно быстро, причем. Не запускайте, снимайте галочку «Завершить». Это закрываете и устанавливаете патч. Для данной игры. Это исправляет некоторый, по-моему, там баланс. Еще что-то там. Принять. Ёб твою мать, не туда устанавливаю. Подождите. Или что это было? Принять. А, это извлечение. Это Windows 10. А, понятно, это типа такая распаковка. Патч версия 1. Вот, тут выбраны глюки, компанию за Россию, отсутствие музыка, выпуск, транзит, плохого качества музыки, вернулся голоса, выбор замена, заменена музыка в главном меню. Нажимаете далее. Путь установки, куда вы установили вашу игру. Я установил ее. Вот сюда, куда-то. Games, Iraq War. Есть даже пункт создать резервную копию файлов. Хер его знает, нахуй он нужен. Останавливаем. Ок, TikTok. Any files, maps, audio. Файлы успешно обновлены. Закрываем. И тут, по-моему, сейчас будет такой прикол, что игра не запустится. Пробуем. Fix Wonder Guy. Его бы найти, чтобы он игру до конца всю пофиксил. Да, не запустится. Сейчас она должна типа как закрыться. И все. Я объясню почему. Да, да, вот типа. Тут вообще это ошибка. Тут какое-то окно должно высветиться. Это в разных модификациях по-разному. Вот, тут написано, типа там отсутствует такой-то файл, либо там, бля, CrashD, пиздец. Объясню почему. Заходите в документы. И вот смотрите, тут есть вот такая вот папка Iraq War Data. И здесь должен быть файл, по-моему, Options он называется. Итак, где же взять данный файл? Данный файл можно взять при установке оригинальных генералов, либо команду покорять генералу Zerhauer. Но для того, чтобы вы не мучились, я специально уже залью данный файл. Ссылку оставлю в описании. То есть после того, как вы скачаете данный файл, Options. Там уже настроено все, уже на разрешение поменяете. То есть вы его копируете замены данную папку вашу, которая находится в документах. Заходите в Вини. Если вам нужно поменять разрешение, меняйте его. После этого игра у вас запустится без проблем. Thank you.
Так, разрешение у вас такое вот будет по стандарту, его не нужно менять. Вот. Если понравилась данная инструкция по установке генералов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Этим вы поддержите дальнейший выпуск разных инструкций для разных игр и модов. Всем спасибо за просмотр. Добро пожаловать в сказку Хитмэниака.